В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске отремонтируют 14 дворов. Рабочие уже приступили к благоустройству территорий. Наша съемочная группа побывала на двух участках, где сейчас кипит работа, и спросила у местных жителей, нравятся ли им такие изменения. Узнав о федеральном проекте формирования комфортной городской среды, жители дома номер 11 по улице Кильдинской провели все необходимые процедуры. Вовремя подали документы, благодаря чему их двор и попал в программу. Здесь была установлена новая детская площадка, а сейчас рабочие занимаются асфальтированием придомовой территории. Сами жильцы довольны качеством выполненных работ. Вот у нас раньше вот не было вот вообще этой детской площадки, и здесь было просто поле и ворота. А сейчас, посмотрите, какая прекрасная детская площадка. У нас такого не было в детстве. Но это же хорошо, когда и детские площадки, вон сколько мы ждали ее, эту площадку. Это очень долго, много писали, во-первых, и это хорошо. Хоть детям есть где развлекаться, хоть есть, не на дорогу же детям бегать-то. Правильно, это хорошее дело, да. На самом деле за определенное время сделали много тротуаров у нас на районе, благодаря чему стало более удобно передвигаться по району, а не постоянно отскакивать от машин и так далее. Вот. Ну да, действительно, площадок стало действительно намного больше. В одном из дворов на улице Скальная работа также кипит, но большее внимание здесь уделяют дороге. По словам собственников многоквартирных домов, раньше невозможно было пройти к подъездам из-за ям. Сейчас строители выравнивают участок, чтобы в дальнейшем уложить новый асфальт. У нас хороший двор, большой. Есть куда разместить те же самые машины, которых стало очень много. Хороший двор, в принципе, а то, что еще его благоустроят, вообще замечательно. Потому что у нас у подъезда, вот сколько мы живем, так яма была все время. С коляской выйти было очень плохо, а сейчас радует. Программа формирования комфортной городской среды предусматривает благоустройство проезда и тротуаров, пешеходного ограждения, замену люков колодцев, прокладку резервных трубопроводов для наружного освещения, восстановление газонов и установку малых архитектурных форм. По всем объектам уже заключены контракты. Работы ведутся в соответствии с установленными сроками и планируется завершить их до конца этого года.